Всем привет, с вами Психиатр, и мы продолжаем играть в Nightmare of a Decay. Как вы помните, в прошлой серии мы приехали с вами вот на этом лифте. Вот, серии давненько не было, я и сам уже забыл, что мы тут делали, куда мы шли. Я помню, что мы убивали стражу, которая, собственно, этот лифт охраняла, да? Вот, спустились сюда, и тут, собственно, закончили. Опа. У меня, кстати, очень мало патронов. Блять. А тут очень много бомжей. И это все не очень весело. Это все не очень хорошо. Опа. Дружище. Пацаны, не зажимай. Ой, хорош. Вот это сейчас было неплохо. Что у меня тут есть? Дробовичок. Ой, магнум. Пока что не надо. Пока что не будем. Так, я так понимаю, это все как-то по кругу сходится. Ага. Здрасте. Ну ты сокотина такая. Фиг ли они, блин, то с одного выстрела падают, то с пяти. Че за хрень? Так, сюда нужно что, болторез? Да, что-то нужно. Надо вообще посмотреть, что у меня есть. По поводу всяких болторезов и тому подобного. Отсюда мы пришли, не нужно забывать. Того говнюка я не буду, наверное, пока трогать. Его, в принципе, можно по кругу обойти как-нибудь. Так, а тут же... Тут же пауза нормально все, да? Рычаг, рычаг. Это мы, по-моему, с вами все крутили. У меня есть ключи. И, в принципе-то, все. Больше у меня ничего полезного нет. У меня есть динамит. На пятерке, но нафиг он мне нужен? Спрашивается, да? Короче, надо искать, я так понимаю. Надо искать. Надо ходить. Я пока пойду, что... Пока пойду сюда. Посмотрю, что тут. Надеюсь... Ну, блядь, что это такое? Ах вы суки. Блять, динамит бы им, конечно, кинуть. Ну ладно, я пока с ножа потыркаю. У сука, у сука, у тварь, у паскуда. Поечку. Ля, тут говнюк, кстати, обосрался, смотри. Уходит от меня. Да сдохни, паскуда. Перезарядка. Хорош. Чётенько. Чётенько сейчас все было. Патронов очень мало. Патронов просто очень мало. Что это за лабиринты? Подожди, я сейчас запутаюсь. Запутаюсь нахуй просто окончательно. Здесь две двери. В какую мне пойти? Фиг его знает. Давайте прервемся буквально на одну минутку, а после решим, в какую дверь нам зайти. В наше время очень тяжело найти и купить игры, но сайт dziz.ru вам в этом с радостью поможет. Огромный выбор различного товара на любой вкус. Steam, Uplay, Minecraft и многое другое. Переживаете, что аккаунт могут восстановить? dziz.ru предоставляет пожизненную гарантию на каждый свой товар. Весь товар идет именно от самого сайта, а не от посторонних поставщиков. Также на сайте можно купить уже готовый аккаунт Турции или Казахстана и не иметь никаких ограничений на покупку в Steam. А если вы любите халяву, то в их группе ежедневно проходят розыгрыши на самые топовые игры. Ссылка на сайт и группу будут в описании. Так, друзья, спасибо за просмотр. Все специальные ссылки внизу. Мы продолжаем. Давайте зайдем сюда. Зайдем сюда и... И найдем лестницу еще вниз. Спасибо. Ага. Тут кого-то не дожрали. Застрявший болторез. Он мне, кстати, нужен. Возможно, есть способ растворить плоть. Конечно, есть. Конечно, способ есть. Нужна специальная растворяющая жидкость. Которую мы там, по-моему, варили. Бляха-муха. Да ладно, серьезно? Тир. Вот это сейчас неплохо.
стоп, я уже забыл про тебя. Где мое пневматическое ружье? Давай-ка на шестерочку вставай. А можно заново? Спасибо. Опа. Вот это сейчас хорошо. Эх, в десяточку бы засадить. Да ёпта. Красиво. Бля, четверки уходят. Это случайно. Да блин, ну я ж попал. Я не смотрел, сколько нам очков, кстати, надо набрать. От сука. Вот это хорошо сейчас было. Вот это тоже неплохо. Блин, четверки очень быстро улетают. Но они, в принципе, мало дают, поэтому. Я вот лучше по шестеркам буду фигачить. И по десяточкам. Ну, там, по-моему, для чего-то 100 очков точно нужно было. 100 очков я уже набрал. А ты ёпте. Да хорош. Блять, не мельтеши. Да ёбаная десятка. Во. Нормально. Ну давай, дружище. Хорош. 150 есть. Давай 200 наберем, думаю, 200 хватит. По-любому. Ага. Вот, сука. Да ёптыть, прицелься. Хорош. Да убери ты. А-а-а! Ну похуй, 185. Сколько ну... 250, ты чё? С ума сошёл? Ебать, 250. Нихуя. Это нужно прям вообще все очень четненько делать. Ну это я сейчас пристреляюсь, это я наберу, я думаю. Я не думал, что так много нужно. Я думал, я там настрелял вообще хорошо, прям с запасом. Да почему в двойку-то, если я в четверку целился? А ты ёпты. Да сука. Десятка. Четверка. Шестерка. Хорош. Еще. Ты ёпты. Нормально. Пойдет. 130. Да ёбаный свет. Что ж он так долго целится? Главное время сбивать. И десятки. И время, и десятки. А чё так времени-то мало? Алло. Слышь. Подкинь еще чуть-чуть. Опять не набьем, смотри. Да еще время, сука. Во, чуть-чуть. Один хуй не хватит. Ну десятка! А-а-а! 5 очков! Ну сука, да я же стрельнул! Ну пипец обидно, ну я прям в пятерку четенько засадил, уже не засчитала. Сука!
Обидно, пиздос. Да какого хуя-то? Ну я ебал, блядь, сука, ебучая десятка. И все равно не попал в нее, а ты посмотри. Да хорош, ты что делаешь-то со мной? Да нихуя я тут не наберу уже. Я там вначале провозился. Да сучка. Блять, я ебал. Пока он не настроится, вообще попасть нереально, по-моему. Ну что такое-то, ну? Пистос. Да как так-то, алло? Ну я ебал, это вообще попытка неудачная. Ну нам нужно выбить. Я, конечно, сдаваться не буду, но... Тут мы даже 200 очков вряд ли наберем. Я понял. Все. Я поближе встану. Все, я понял. Я далеко стоял, пацаны. Все. Мне там один шаг буквально не хватал до победы. Да, блядь, заебал. Хорош. Неплохо. Пойдет. Отлично. Отлично. Да блять, какого хрена? Мне кажется, время нужно в первую очередь сбивать. Ну и десятку. Потому что чем чаще время сбиваешь, тем чаще оно появляется. Пойдет. Вот сучий потрох. Ну сейчас есть шанс. Ну блять, ну если вот такой хуйни не будет. Сука. Еее, 251. Хорош. Я же говорю, получится. Одного шага не хватало до победы. Эх. Ну ладно, нормально. 262. И патроны для магнума. И аптечка, мать его, за ногу. Вот это вообще хорошее местечко. Так, все. Че тут на полках? Ничего нету полезного, я бы открыл. Фух. Так. Сюда нужна жидкость. А, тут чего? Тут пока что страшно сюда лезть. Давай сходим вот сюда.
Посмотрим, что там еще было. За дверь? Мы откуда пришли-то? Отсюда? Да, по-моему, отсюда. Реально, сейчас главное не забыть. А, все, понятно. Тогда вопрос отпал. Куда нам идти? Вот. Тут как бы не так много вариантов остается. Я бы сказал, вообще не остается, он один. А что я с пневматическим ружьем? С пневматическим ружьем-то хожу. Дайте хоть пистолетик возьму. О. Где, сука? Опа! Я тебя веду, дружище. Съебал. Блядь, откуда? Ебать, а я же вообще ни разу не сохранялся. Сука! Сука! Ты чё? Блять! Зараза! Да твою налево, там сзади откуда ты говнюк взялся, а я и забыл, как тут что работает. Пизду, серьезно, ну. Блять. Ну ты же поднял с одного выстрела, по-моему, или не ты? Козел. Там, по-моему, ничего нету, да? На той стороне. Блять, ну пиздец обидно. Тут, там закрыто, туда не пойдем. Пускай пока что жрут. Там будет видно. Блять, ну это жесть. Ой, вот как обидно, просто кто бы знал, я с таким трудом выбивал эти очки, и сейчас я должен все это делать заново. Так, вплотную подходим. Сука, ебаный тир, а. Да ёбана. Не, ну сейчас хорошо, кстати, идет. Сейчас прям нормально. Самое главное время не пропускать. О, уже 213 и 20 секунд. 30 секунд. Вот это я даю. Вот это я красавчик. Сейчас 300 наберу, ёптать. Такими темпами. Ставим рекорды. Никому нафиг не нужном тире, но тем не менее. А ты ёпта. Ну все, уже 290 у меня. Триста четыре. Хорош. Я уже, в принципе, все призы выбил. Так-то. Вот, сука.
Я бы сейчас пойду вернусь, сохранюсь нафиг. После этого тира. Я и забыл, что тут постоянно сохраняться нужно. Не, ну офигеть. Вот вы помните, в начале игры я с трудом мог выбить этот. 185 я набрал первый раз. Сейчас я набираю в два раза больше. Это ж вообще красиво. Вот это я называю профессионализм. Так. Что это такое? А. Это я понял. Это я уже все сделал, ну. Так, пойдемте вернемся. Тут нам делать нехуй. Вниз я спускаться пока что не хочу. Это опасно. Блять, жалко из этого ружья. Нельзя их пострелять чуть-чуть. Было бы вообще неплохо. Дружище, стой, где стоишь. Ага. Так, сохранится, значит. А, вот сюда я сохраняюсь, да? Прекрасно. Так, двоечку мне поставь. И помчали. Тихо, тихо, тихо. У вас там нихуя нету. У них же нет там ничего, правильно? По-моему, ничего там не было. Тупо по кругу прогуляться. А вот теперь можно идти сюда. Короче, где-то я там не заметил говнюка, получается, в воде. Ах ты, сука. Паскуда! Да блядь! Да блядь! Зараза. Я думаю, получится. Ну ладно. Ничего страшного. Будем тогда тратить патроны. Хрен с ним. Ну или как? Можно чуть-чуть потыркать. Потом подстрелить. Главное, чтобы они по второму разу не вставали. Да ты сдохнешь, нет, разок-то. Вот это отвратительно. Быстрее можно! Говно. Уёбки просто конченые, вы мрази. Сука, почему он сам не перез... Да ты хорош! Говнина. Я тебя обойду. Я охуею, как их тут много. Вот зараза. Ой, боже мой. Сраная канализация. Да ну нахуй, а! Да в пацаны, идите в пизду. Там подъем куда-то. Вот что мне с ними делать? Тут же вообще ребятки не в адеквате. Вот это неплохо. А тебя я оббегу. Оббежал, блядь! Зараза. Да, блядь, их тут слишком много. Их слишком здесь дофига. Ну, это вообще нереал. Мне что, на всех патроны тратить? Ну, это ж ебануться. Ну, это просто жестоко. Жестокая игра, сука. Ну, как? Ну, как? Я не могу все патроны тратить на этих бомжей ебучих. А если здесь опять какой-нибудь босс будет? Мне что делать? Нужно их как-то пробежать, как-то успеть. Но они, сука, цепляют, они хватают. Хватают своими клешнями противными. Так, все, в термы сыграли. Уже спасибо. Уже неплохо. Давай промчим.
пацаны, идите нахуй. Во, нормально. Обманул дурачков. Всех обошел. Всех наебал, красава. Так, ты сдохнешь. Да почему? Блять, он до этого с первого выстрела умер. Я ебу. Вот это плохо. Да сдохни ты, говно! Пиздос просто, да? Их слишком здесь дохуя. Да пацаны, идите-ка вы нахуй! В кучку, в кучку. А, блядь. Я думал, сразу двоих заденет. Муа! Уёбище. Блять, хоть бы положили что-нибудь, я не знаю. Реал, столько народу убиваю и даже... О-о-о! Это чё? Открытая бочка, заполненная кислотой. Аптечка. Монтировка. Пустая банка, кстати. И динамит. Так, ну подожди-ка, у меня же есть пустая банка. Блять, как тут использовать-то правильно? А, вот, банк с кислотой. Хорошо. Значит, кислоту мы сейчас выльем. Да? Думаю, да. Тут мы с вами все взяли. Сколько у меня всяких аптечек? Две полных аптечки и четыре напитка. При этом не полная хпшка. При этом дофига говнюков у нас еще на обратном пути тут имеется. Ну ладно, в принципе, мы сюда больше не пойдем, я так понимаю. В эту сторону. Дружище, спокойно. Я пока сюда схожу. Куда это выход? Что это за лестница? Я такой вообще не помню. Чё? Я же не оттуда вылезал. Что? 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 Ладно, сохранюсь. Чем-нибудь разрезать. А, блядь, монтировка. Сумка. Монтировка есть, а нам-то нужно не монтировка, нифига. Или монтировка. Нет? Нет, нихуя, смотри-ка. Нихуя. Блять, зачем ты это сделал? Подожди, монтировка. А чё я мог открыть монтировкой такого? Сюда нужен болторез. Это все понятно. Спокойно. Чуть-чуть передохни. Блять. Хорошо, что сохранился. Хорошо, что сохранился. Сейчас попробуем их пробежать, чтобы они нас не трогали. Вот, потому что они нам нафиг не нужны. Патроны на них лишние тратить вообще нет желания у меня никакого. Сейчас я как-нибудь их обрулю. Вот как вот этого. Ты сука. Блять. Пацаны, хули вас тут так много?
Объясните мне кто-нибудь, хули их так дохуя? Блять, конечно, то место надо было зачистить, потому что я заебусь тратить на него патроны. Я заебусь. Вот монтировка. Так. Блять, как же поступить? Нет, давайте по-другому сделаем. Давайте я загружусь еще раз отсюда. И все-таки чуть-чуть их постреляю, хотя бы вот из дробыша. Ну потому что, ну это пиздец, я сейчас не вывезу. Я буду каждый раз через них ходить и тратить просто хпшку свою. Ну этого, допустим, обойти можно. А вот тут надо, конечно. Да блять! Кондон. Так, ты, дружище, идешь нахуй. Ты, по-моему, однопар... Нет. Тут где-то еще один был. Все? Ну ладно, сколько их там? Один-два осталось. Ладно, похуй. Насрать. Потратили патроны, зато не потратили хпшку. И в будущем еще не потратим. Потому что, я так понимаю, мы сейчас сюда обратно пойдем. Вот, нафиг мне это нужно. Да? Да. А где банка-то? А, вот она. Что он делает? Болторез получен. Болторез это туда. А что у нас есть еще? У нас есть еще и этот. У нас есть монтировка. А куда монтировку-то нужно было применить? Тут же было местечко для монтировки. Так, это не то. Оттуда мы вылезли, отсюда мы пришли. Там закрыто с другой стороны. Ладно, не помню. По-моему, где-то же была нам нужна монтировочка-то. Разве нет? Главное, что тут теперь народу не так много. Но там говнюк один стоит. Но мы с ним можем разойтись вот здесь вот. По крайней мере, он один. Он не так страшен. Вот, пускай подходит. Я на него лишние... Давай, давай, дружище. Я на него патроны лишние тратить не буду. Вот, не так их много у меня. Пока перезаряди. А я побежал. Побегу, посмотрю, что там. Как он быстро выдыхается. Блин, мне бы какой-нибудь прокатчик сюда. Было бы вообще неплохо, потому что, ну, это беда. Вот, я думаю, серию чуть-чуть подлиннее сделаем, чем обычно, потому что, ну... Много мы там времени протупили на то, что переигрывали. Отлично. Стоп. Сохраниться. Сохраниться, не нужно забывать про сохранение. Это прям вообще. Это что такое? Это босс, да? Тут очень много трупов. Мне это не нравится. А, тут еще и перекрыто. Если пацанов тут кто-то уже перебил до меня, то есть ли смысл спускаться мне? Что-то мне не очень хочется. Открыто. Это срез, да? Ясно. Ясно, это срез, но я в нем не вижу смысла, потому что, ну, это выход. Блять, ну я возьму дробаш сразу. Ну, погнали. Ну, конечно, он меня спрашивает. Если он меня спрашивает, это очень плохой признак, потому что... Ну, мы сохранились. Нам, в принципе, сейчас терять нечего. Если что, переиграем. Ну,
Ну и а, ты еще и покалечился. Это ты красавчик. Там уже кто-то вылез. Это чё? Ебать! Здрасте! Нихуя ты. Ебать, дружище! Ты чё? Ты чё, ебанутый? Нихуя себе, я даже понять ничего не успел. А чё это за приколы? Что это за хуйня, блядь, сейчас было? Да. Так а я ничего сделать не могу, алло. Он не бегает у меня так же быстро, как бегают эти черти. Чё за бред, сука? Видимо, надо сюда его как-то загнать, да? Да, блядь, нихуярь ты по мне, паскуда! А что с ним делать-то, ну? Не, ну надо разобраться. Тут как бы у нас маньяк с бензопилой, на этом серию заканчивать-то нельзя. Я просто понять немножко не могу. Что с ним делать? Ну-ка я, блядь, магнум нахуй. Достану на всякий пожарный. Главное не промахнуться. Мне кажется, что-то должно тут случиться, нет? Да, блядь, он не бьет по этому. По этому говно, он бьет по мне. А как? Или, может, мне надо как-то по электричке-то ударить? Что-нибудь произойдет. Ну, это что-то как-то вообще пока что. Нихуя непонятно. Офигенно, блядь, и почему он не стрелял? Почему из магнума-то не стрелял? Я вообще прикол не понял. Он вроде перезаряжен, просто не стрелял из него. Не, реально, что с ним делать? Из магнума, алло. Что за бред? Он просто не стреляет из него. Чё с магнумом-то у меня? Чё за хуйня? А держать что ли нужно? Ёб твою налево. Давайте попробуем хоть стрельнуть по нему разок. Пиздас. Что? Почему? Ясно. Я понял, да. Я только не понял, за к чему здесь электричество. Ну ладно. Суть я понял, да. Хорошо. Хорошо. Нужно попадать, во-первых, а во-вторых, за спину ему заходить. Это все понятно. Не, ну я что-то пытаюсь, но что-то как-то не, что-то как-то сложно, по-моему. Да, я все время... Я хочу почему-то туда идти. Короче, сейчас нужно быстренько попасть ему в голову и идти за спину. Срочно идти за спину и попробовать, может быть, из магнума похуярить по нему. Или вообще похуя. Блять, кончилось. Кончились.
Кончились патроны. Да, блядь, а что я могу сделать? Он просто моментально ко мне подбегает. Он быстрый. Он, сука, быстрый. Что ты хочешь от меня, игруха? Я реал не вкуриваю, чё? Ты б хоть хпшку мне у него показала. А, кстати, хпшка-то есть. Ой, как мало! Ой, как мало! Я только сейчас обратил, что хпшка есть. Ну я нажал! Ну почему так долго стреляет? Ну ёбаный магнум. Ну сука. Ну, так, нужно сейчас проверить, сколько он из магнума хуярит по нему. Потому что дробовик прям что-то вообще какие-то копейки у него там сносит. С его вот этого нароста. Вот! Вот! Почему так мало? Первый выстрел прям вообще нормально, остальные почему-то слабенько. Может быть, только первый выстрел хорошо из магнума проходит по спине. Давайте попробуем так. Значит, мы сейчас хуярим по лицу, в спину, отходим, повторяем. Не забываем перезаряжаться. Блять. Я не то это выбрал. Я не то это, не то самое, не то выбрал. Сейчас, еще разок. Да нахуй ты это достаешь-то? Можно, кстати, динамит. Ну, блядь, динамит он быстрый. Динамит он быстрый, он на него не попадет. Он бежит тупо от динамита, от моего, я так думаю. Динамит, кстати, надо было кидать, знаете куда? Вот где вот эта лужа ебучая. В канализацию. Там, блядь, полно народу. Там бы динамит вообще зашел. Так, все, уходим. Пока он там стоит. Вот и все! Ты понял? Блять, один выстрел, конечно, лишний сделал, но, блять. Это вот так вот на изично проходится. Я только не совсем понимаю. Я мог здесь что-нибудь сделать? По-моему, ничего я не мог здесь сделать. Вообще нихуя не мог тут сделать. Че он охранял? Хилка! Окровавленный ключ от шкафа. Вопрос, где был шкаф закрытый? Не помню. Не помню, но постараюсь вспомнить к следующей серии. Давайте-ка вот сюда я вылезу. Я надеюсь... А, ну. Это тупо подъем обратно. Сохранение. Что нам здесь еще нужно в этом, в этой канализации? Мы, по-моему, здесь везде сходили. Нам сейчас надо назад как-то вернуться, да? Чтоб пацаны не агрились. Тупо быстро. Так, вы там тоже стойте. Бамбук курите. Он меня даже не... Ну, если бы он меня ударил, я бы помер сразу. О чем я говорю. Ну, в общем, нормально. Нормально. Получается, мы что взяли? Мы взяли монтировку. Мы взяли ключ от шкафа. И, в принципе, это все. И мы вроде бы я все исследовал в канализации. Не было уж еще дверей. А ну-ка, вот я чисто сбегаю проверить сам себя. Вот тут же не было двери. Ничего здесь... Блядь, здесь была дверь. А она куда ведет? Это чего? Ой. Ой-ой-ой, тогда сюда сходим следующим этом. Вот это сохранение, да? Все, тогда сюда сходим. В следующей серии, а эту я на этом закончу. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйтесь в друзья. Увидимся с вами в следующих сериях. Следующая серия выйдет не так. В общем,
Что хотел сказать? Следующая серия выйдет скоро. Вот, и все. Всем до встречи. Всем пока.